Не в первый раз на меня находят такие воспоминания наяву. Давайте, давайте. Но где же вы? Давайте вперед, сраные Чарли. Где вы прячетесь? Я тогда пошел на войну добровольцем. Но я ни разу не был патриотом. У меня были свои причины. Я отстал от своего взвода. Я пытался их догнать, но в этих чертовых тоннелях просто кишмя кишели Чарли. Как раз тогда, когда ты думаешь, что весь мир ополчился на тебя, тебе и начинает фартить. С огневой позиции мне удалось увидеть силуэт неразорвавшегося снаряда, который засел в самой середине той кучи камней, которые не давали мне выйти. Я тебе никогда не рассказывал, что мой брат Петти тоже был во Вьетнаме. Пошел добровольцем, как только подвернулся шанс. Я туда совсем не торопился. А потом однажды я пришел домой и нашел свою мать всю в слезах. Она дрожала всем телом и держала в руках фотографию Петти. Патриотизм его и убил. Да, я никаким патриотом не был. Я поехал туда мстить.
Когда я добрался до своего взвода, они теряли ребят одного за другим. Эй, сюда! Используйте гранаты. Пригни! За прошлую сухопутную поддержку... Идите за огневыми точками! Используй гранаты, солдат! Вот тогда-то я впервые и встретил яичницу. Он стоял на коленях и рыдал, как младенец. Если в этой дурацкой войне и был смысл, то он его потерял. Давай, солдат! Тут Чарли всюду ползают, парень, мы влипли! Смотри, вон Хью летит к деревне. Если хочешь, иди, я остаюсь здесь. Помоги мне, или я тебя, зараза, сам лично пристрелю, если ты не начнешь шевелиться! Они идут. Они уже близко! Хью летит, чтобы забрать нас отсюда. А теперь надо шевелиться, чтобы успеть на него сесть. Первым не пойду, я за тобой. Яичница разыгрывал крутого парня, но когда дело доходило до настоящей опасности, он тут же превращался в ноющего ребенка. Эй, погоди, я прямо сзади. О! Хью летел к нам, но мы знали, что он и не подумает приземляться среди этого чертова перекрестного огня. Никак нет. Если мы собирались спастись, нужно было очистить район, хижину за хижиной. Дай мне связь на этом чертовом радио. Я пытаюсь. Ничего не слышу, только шум. В этих кустах могут быть вьетконговцы. Мы должны зачистить этот район, чтобы... Беднись, солдат! Thank you.
помню, яичница сказал мне. Не говори никому о том, что я там разнюнился. Я и вправду думал, что мне конец. И, кстати, я тебя даже по имени не знаю. Джой зовут. Эй, Джо, я Джонни. Джонни Бьонда. Но все меня зовут яичницей. Так вот, почему яичница тогда сказал, что он тебе должен. Да, теперь я уже жалею, что не оставил засранца подыхать. Ты ж говорил, что он твой кореш. Он был мне друг. Мы с яичницей впервые увидели золото еще там, во Вьетнаме. Но с того времени все реально пошло наперекосяк. Ты мне так и не рассказал, что случилось в Каролине. Ты получил обратно свой грузовик? Как я тебе и говорил, я смог добраться до болота. Все, что мне нужно было сделать, это догнать этого ласку Уолта и отобрать назад мой грузовик. Но я там был не один. Верола идет сюда. Задержите его, пока мы не разгрузим грузовик. Огонь! Пли!